Содержание в текстах военных песен порой убеждает сильнее, чем полученная другим путем информация, так как в его основе лежат эмоции, чувства, внутренние переживания их создателя, отражающие его отношение к окружающей действительности. 28 апреля на базе Сланцевской детской музыкальной школы прошел открытый районный конкурс-фестиваль патриотической песни «Песни, опаленные войной». В фестивале принимали участие хоры, ансамбли и солисты из Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского районов. Направление фестиваля, конечно же, патриотическое воспитание детей и подростков через приобщение к культурному наследию. Тексты песен составлены таким образом, что дети, исследуя историю песни и вчитываясь в текст песни, могли передать эмоциональный подъем, содержание песни таким образом, чтобы ярко выразить весь драматизм и насыщенность. Поприветствовала участников районного фестиваля патриотической песни председатель комитета образования администрации Наталья Цухлова. И, наверное, смысл всех мероприятий и нашего с вами сегодня фестиваля – это сказать огромные слова, выразить огромные слова благодарности, признательности тем, кто отвоевал свободу, кто дал нам возможность сегодня сидеть в этом зале, кто дал нам возможность думать о том, ждет ли меня друг, дома ли мама с папой, получу ли я пятерку или четверку. Нам кажется это таким смешным и наивным, но вдумайтесь, этого могло не быть. Песня в состоянии глубоко затронуть душевный внутренний мир человека, вызвать сильный эмоциональный отклик, сочувствие, понимание, может стать действенным средством формирования гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.